Будь свободным от вредных привычек. В Заполярье в рамках комплексных мероприятий, приуроченных к Году здоровья, провели урок здоровых знаний для школьников. Ребятам рассказали о пагубном влиянии табака и алкоголя. Девятиклассник Павел Пашкин занимается спортом и пропагандирует здоровый образ жизни. О вреде курения знает многое. Именно поэтому и советует всем знакомым отказаться от пагубной привычки. В принципе, тут все ясно. То есть, если человек курит, это зависит, в первую очередь, от его воспитания, от того, какой образ жизни он ведет в целом. За здоровый образ жизни и Екатерина Грушихина. Школьница не раз смотрела различные телепередачи о вреде табака. Как признается девочка, подобные лекции очень даже полезны. И проводить их надо не только в старших, но и в средних классах. Они будут поучительны. То есть для детей, которые будут еще немного помладше, потому что они же берут со взрослых пример некоторых и думают, что это для них как-то повлияет с хорошей стороны, но на самом деле нет. Доказано, дети копируют взрослых во всем. Особенно хорошо усваиваются вредные привычки. Одна из самых пагубных – курение. Чем же она опасна? При попадании дыма в легкие все ткани и органы курильщика испытывают недостаток кислорода. Сосуды сужаются, и кровь наполняется углекислым газом. Доказанный факт – в сигарете содержится более 4000 химических соединений. Из них более 50 опасны и могут вызвать смертельные болезни. В состав дыма входит более 50 химических соединений, вызывающих рак. Под их влиянием происходят изменения в гортани. Появляются опухоли. Что ты знаешь о курении? Как относишься к процессу употребления? На эти и многие другие вопросы ребятам предложили ответить в анонимной анкете. На вопрос, хотели ли бы вы, чтобы ваши будущие дети курили, однозначно все ответили нет. Да? И следующий вопрос идет, что нужно делать, чтобы ваши будущие дети никогда не закурили? Кто-то пишет, не курить и не пробовать, не подавать пример, объяснять им, воспитывать их правильно и так далее. Но большинство все-таки говорит, взрослым не подавать пример. То есть пример взрослых, особенно родителей, для подростков очень значим. Урок здоровых знаний приурочен Году здоровья в Ненецком округе. Лекции проходят в формате дискуссий. Медики рассказывают школьникам о вреде употребления табака, алкоголя и влиянии их на организм человека. Профилактические уроки проведут во всех общеобразовательных учреждениях. Наталья Кислякова, Вадим Стасюк, телеканал «Север».